Готовим сегодня вкусный ужин. Пару кусочков хлеба освобождаем от корочки. Нам понадобится только мякиш. Его мы режем на небольшие кусочки и заливаем водой. Вода холодная. Оставляем на пару минут, чтобы хлеб размяк. В фарш добавляем яйцо небольшое. Измельчаем пару зубчиков чеснока. Добавляем соль, черный молотый перец, немного натертого на мелкой терке сыра и к этому времени размягченный хлеб. Тщательно смешиваем. Если вам кажется, что фарш слишком жидкий, взбивайте его очень хорошо. Из хорошо отбитого фарша формируем небольшие фрикадельки. В тарелку насыпаем муку и в ней же вваливаем фрикадельки. Хорошо разогреваем масло, обжариваем фрикадельки со всех сторон до золотистого цвета. Пока фрикадельки обжариваются, нарежем мелким кубиком лук и измельчим пару зубчиков чеснока. Не забывайте все ингредиенты, указанные под видео, а также в конце на экране. Здесь же обжариваем лук до золотистого цвета и потом добавляем чеснок. Как только вы услышали запах чеснока, сразу вливаем томатный соус. Отправляем 2 лавровых листа. Солим по вкусу. Перчим. Доводим до кипения. В зависимости от густоты соуса добавляйте воды. Ну а если соуса нет, в воде разводите томатную пасту по вкусу. Закипевший соус опускаем в фрикадельки. Накрываем крышкой и тушим фрикадельки до готовности минут 20-30. Примерно за 10 минут до готовности фрикаделек отвариваем пасту согласно инструкции. Закипевшую воду солим, опускаем пасту. Пасту варим до альденте, то есть мягкая сверху, а внутри твердая. Паста готова, фрикадельки к этому времени тоже готовы. Теперь добавляем пасту в сковороду. Все аккуратно перемешаем. Сверху посыпаем тертым сыром и зеленью. Не забывайте оставлять комментарии, ставьте нравится. На этом сегодня все. Удачного приготовления. Пока!